Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Ну, вкратце ж, могли бы объяснить, что произошло? Да, я по-русски говорить хотя могу. Ну. Да. Ворвались, начало 8-го, минут 15, наверное, 8-го. Маски шоу, в масках все. Сначала ко мне в спальню забежали. На пол, короче, хотели положить, я говорю, нет. Я была в этом самом, в ночном во всем. Он, правда, не подчинился, Лизашку малого, 18 лет, тоже кто такой. Его тоже взяли. Потом побежали туда в спальню, там дитё маленькое спит. Но они, правда, культурно вроде как сделали. Фонариком посветили, и все, тут дети, и завернули. А туда еще в зале спал Рустем, вот, которого забрали. Он там спал, они его влетели, то в трусах, забрали его. Он говорит, да дай что-нибудь одеть, в конце концов. Они, ну, дали ему одеться, как бы тоже культурно. Ничего, никуда не выходите, не стойте, а стойте и все. Это было пол восьмого уже, вот пока они здесь 15 минут. Потом его вызвали, вот сюда вывели, поставили, как эти фашистов, на одной комнате, на другой комнате. 2-3 человека здесь осталось, а потом 2 осталось. Ордер, что-нибудь? Ничего, ну мы же на пол что вообще ложили? Ни документов, ни ордер. Ничего, может Рустему что-то говорили, но потому что его вывели, нас не пустили уже. Может того, что Рустему сюда на кухню вывели, он что-то... Начал огрызаться вроде бы. Они говорят, вообще-то с кем вы разговариваете, что ли? А, ты говорит, ты с кем вообще разговариваешь? И он так что-то утихо, но потом опять начал разговаривать с ними. Что разговаривали? Нас не пускали, потому что я хотела войти? Нет. Только потом, когда они уже вот здесь что-то бегали, с фонариком везде бегали по всему, чуть не по это, а потом куда-то туда пошли. А сказали, куда его увозят? Ничего не сказали, куда просто увозят. Просто забрали? А, нет. Почему? Я говорю, куртку возьми, Русти, говорю. А он смеет, да все хорошо, мам. А один с какой-то желтой такой куртки говорит, а что вы, он через час приедет. И я говорю, ну через час приедет, а что, алло, через час? Он, да, говорит, через час приедет. А что вы такого плохого о нас мнения? Я говорю, а какого мнения у вас может быть? Говорит, если вы врываетесь, извините, ни свет, ни заря. И... То есть никаких документов? Ничего, ничего. А ну, почему может... они пошли в соседний дом? И это не знаю, он здесь прописан. Тоже не знаю. Он... Ничего, меня же не пустили туда. Просто вот нас там держали, женщин. А кто живет во втором доме? Ну это он там живет, но он там не прописан, ему подарили дом. Ага. И он там ремонт делает. Цель визита тоже их не... Тоже нет, было, тоже да? Нет, просто нет. Может, ему говорили, а матери не сказали? Да, может быть, что-то ему говорили, но мне ничего. Вот что я видела, что говорили, как... туалеты туда, может, потом начали пропускать, то не пропускали никуда, в одну комнату, или, извините, можно к ребенку пойти, вы там не перепугали его? Ну, можно. Я уже одета и пошла. Вот так. А сейчас увезли, сказали, через час, ну, не знаю. Ну,